Карабахе, который, кстати, никогда не был частью Армении. По мнению российского режиссера армянского происхождения, надо смириться и подтвердить де юре, что Карабах – это Азербайджан. Надир Шах, который дарует моему прапрапредку те самые земли, из-за которых сейчас идет самая война. Как передает Азиас, режиссер, общественный деятель Карен Шахназаров в интервью порталу «Москва-Баку» рассказал о возможности подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. «Я считаю, карабахским армянам нужно предоставить все возможности, чтобы они чувствовали себя в безопасности, могли спокойно развиваться. Но надо признать, что Карабах – это часть Азербайджана. Мне кажется, без этого ничего не выйдет». Пикантность ситуации заключается в том, что Армения фактически никогда и не отрицала этого на официальном уровне. И Пашинян недавно даже чуть ли не прямо сказал, что Карабах никогда не был армянским. И Россия не отрицает, что Карабах – это часть Азербайджана. Азербайджан о чем говорит? О том, что вот эти, во всяком случае, 7 районов, они не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. И Азербайджан говорит, мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории и разбираться с Нагорным Карабахом. То, что есть де-факто, надо подтвердить де юре. Надо с этим смириться. Но учитывая всю историческую сложность отношений между армянами и азербайджанцами, Азербайджан должен обеспечить безопасность карабахских армян, чтобы они имели большую степень автономии. Мне кажется, это идеальная возможность решить вопрос раз и навсегда. В принципе, президент Азербайджана подтверждал готовность предоставить армянам Карабаха все права граждан Азербайджана. Значит, это надо подтвердить юридически. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр!